На базе средней школы номер 61 прошел областной слет юных инспекторов дорожного движения. В конкурсе приняли участие ребята из школ, районов и Актобе. Всего 90 учащихся 5-7 классов. Подобное мероприятие проводится с целью прививания детям знаний, правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Отметим, с начала года по области было зарегистрировано 35 ДТП, в которых 5 детей погибли, 45 получили травмы различной степени тяжести. У нас идет по всей республике идет оперативно профилактические мероприятия «Внимание, дети». Во всех школах с родительским комитетом мы проводим лекции. Более 300 во всех школах проведены уже лекции. Я очень рад, что началось проведение этого конкурса. Мы много узнали от этого конкурса. И в будущем, когда будем водить машину, мы будем знать дорожные движения, как устроены светофоры, как показывают регулировщики, куда ехать и все знаки. Мы очень старались, чтобы пройти в областной, и теперь мы будем стараться, чтобы пройти в республику, и постараемся вывести свою школу в топы нашей страны.